Я Абдулкарим Аружен, ученик 7-го класса Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкент. 9 мая является важным и святым праздником для нас, так как советская армия смогла преодолеть фашистов в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества. Одержать победу над противниками помогал и мой прадедушка Расул Худияр. В 1941 году мой прадедушка в столь юности 18-летнем возрасте был принят в ряды защитников Родины. Он в Курске храбро сражался с врагами, и за его бесстрашие он был награжден медалями и орденами. В 1944 году он был тяжело ранен, но после лечения в госпитале он дальше пошел воевать во имя Родины. Вернулся мой дедушка в 1945 году с победы. Я очень горжусь своим дедушкой и очень сильно его люблю. Спасибо вам за бесстрашие, спасибо вам за победу. Мы свято чтим память всех солдат, которые сражались на войне ради мира на земле. Вы в наших сердцах навсегда. Всем ветеранам спасибо. Мы помним, мы гордимся.